Создать новогоднее настроение, казалось бы, непросто, если угораздило заболеть в канун праздника. Но когда в руках баллончик с краской, становится намного веселее. Ведь можно оживить любимых мультяшных персонажей, как, например, сделали в 3-й Одинцовской окружной больнице в Никольском. Медвежонок Умка теперь встречает всех маленьких пациентов и, конечно, заряжает позитивом. Так, совместными усилиями всего за пару часов дети и взрослые превратили больничную палату в настоящую детскую сказку. Создавать добрую комнату помогали художники из Голицына при поддержке фонда уличного искусства и муниципалитета. Мы приехали их поздравить, вручили сладкие подарки и приняли участие, положили начало создания новой детской комнаты здесь в рамках этой больницы, где будет, вот сегодня мы разрисовали стену совместно с детишками, а дальше там будем менять мебель, ставить мягкий пол делать и, естественно, дооснащать ее. Чтобы еще одной доброй комнаты стало больше, а детям было проще и быстрее победить недуг. Ну а вкусные атрибуты праздника только ускорят процесс. Их вручили всем ребятам. Это новогодний подарок от главы округа. Благотворительная акция в преддверии Нового года прошла здесь впервые. Как и во многих других детских отделениях, добрые комнаты создаются в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» и с восторгом принимаются маленькими пациентами. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».